У нас население очень хорошее. Они настолько, вот говорю, болеют за свою станицу. И с каким бы предложением вот не выходили к ним, к людям, они всегда с удовольствием все помогают. У нас много общественная нагрузка, очень большая. Наши пенсионеры, они не обделены вниманием. Это и участники войны, это ветераны тыла, это и инвалиды. Мы регулярно приходим, их проведываем. И, конечно, в этом особую хочется выразить благодарность это нашему депутату, это Загвоздину Сергею Михайловичу. С каким бы вопросом к нему ни подходили, он всегда находит и время, и возможности, чтобы нам как-то в чем-то помочь. За активное участие в жизни родной земли и неоценимый вклад в развитие округа благодарностями были награждены предприниматели сельского округа, сотрудники Дома культуры, которые радуют своими творческими подарками всех селян, школьные преподаватели. На маленьком сельском празднике и представители партии «Единая Россия», которые уже много лет в тесном сотрудничестве с сельской администрацией помогают решать острые вопросы Благовещенской. Мы подводим черту под прошлым и с надеждой смотрим в будущее. Мы с уверенностью можем сказать, мы выдержали экзамен и мы справились. Впереди у жителей станицы сложный этап работы. Уже на новогодних праздниках общественники и администрация сельского округа организуют встречу, где будет составлен план совместной работы на 2017 год. Исполняющий обязанности главы Благовещенского сельского округа Александр Косенко и депутат муниципального образования Сергей Загвоздин выразили готовность к сотрудничеству и дальнейшей совместной работе с жителями округа.